25 мая в Ухте стартовал предварительный этап международного фестиваля «Локобол-2011». В республиканском этапе соревнований принимают участие 18 команд. Всего более 200 юных спортсменов 2000-2002 годов рождения. Возможность сделать первые шаги в большом спорте «Северная жемчужина» предоставляет молодым футболистам уже третий год подряд. Это действительно возможность встретиться с достаточно сильными командами, продемонстрировать свой уровень мастерства. Но и неизменно организаторы поддерживают один и тот же возраст, приблизительно 10-11 лет. То есть на самом деле получается через этот турнир пройдут практически все наши футболисты. Параллельно с локоболом в Ухте проходит турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В нем сразятся 4 команды. Участие в обоих соревнованиях принимает и сосногорский «Химик». Команда подготовлена хорошо. Вчера уже первая игра состоялась. Мы обыграли команду «Микуни» со счетом 12-0. Вот. Сегодня самая главная игра турнира для нас. Вот. Это игра с Сыктывкаром. Вот. В принципе, она и определит уже расположение команд в итоговой таблице. Предварительный этап локобола завершится 29 мая. Лучшая команда примет участие в межрегиональном финале, который пройдет в Тверской области, городе Конаково. Победитель турнира на призы клуба «Кожаный мяч» определится 27 мая. Команда, занявшая первое место, получит путевку на зональные соревнования турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге в конце июня.